Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Секивера. Окей, мы с вами все-таки что делаем? Давайте, наверное, место поджигания поставлю петарды. Сколько петард? 2 стоит. Тогда сюда петарда, а сюда топор улучшенный. Так, по предметам. У нас есть божественная слезка. И там еще слезы, но это мы не будем юзать. Пускай будет. И мы с вами отправляемся. Отправляемся мы куда? Давайте, наверное, попытаюсь убить того сначала монстра, который находится... Блин, я не знаю, кого из них. У нас типа три есть рейдовых, ну, рядовых босса. Это два, которых в пещерах, и один, который находится хер знает где. Копьеносец, короче говоря. И у нас еще с вами вариант это пойти на крыше. Я так подумал, давайте все-таки окраина Син до конца разберем. Чтобы не было никаких проблем. Так, кажется, лестница смерти у нас. На лестнице смерти у нас, да, был, кажется, проход? Или нет? Где у нас был проход? Вспоминайте. Проход, проход. А, да, лестница смерти, нам нужно пробежать до свиточка. Сейчас все сделаем. Сейчас сделаем все по красоте. По красоте, по красоте. Главное, чтобы то... Меня опять просто жопа не раздиралась из-за этих сраных врагов, рейдовых боссов. Ух. Поехали. Ой. Урон получил, это уже плохо. Ладно. Ладно, ладно, ладно. А, мы с вами же с этот открыли, точно. Можно не беспокоиться. Мы же с вами срез открыли туда. Да? Да. Поэтому все нормально. Сдохнем, так уж и быть, сдохнем. Нам все равно так терять нечего. Ну, это почитаемое, да? Конечно, сложно так добираться, но все же, ладно, хилимся. И пытаемся грохнуть эту тварь. Слушайте, мне кажется, это плохая затея туда идти все-таки. Что-то меня пугает. Так, что мне по деньгам? А, мне терять, в принципе, так нечего. Пиздец. Ну, зашибись. Класс, и приятель. Чувствую, мне пока сюда рано, да? Но меня эта херня типа замедляет. Но он довольно медленный, очень медленный. Так, походу мне нужно этот юзать. Вот этот божественный конфетишки против него. О! Ох, ё-моё.
Вот это то, что он мне в жопу зашел, вот это вот плохо. Конфетти, я уже думаю, не стоит мне юзать. Так, давайте, наверное, отсюда все-таки выбираться. Ну нахер. Слишком жесткое место. Так, запись о тайном пути. Тайный путь Синоби. Ведет в динамический колокол. Ладно, поехали. Динамический, да? Демонический. У нас это динамический. Видишь, что еще такое? Но он довольно слабый. Он очень слабый. Открывается с другой стороны. Храм Сэмпо, гора Конго. Опа, ребята, у нас новая локация плюс. Новые неизведанные земли. Читать. Надпись на колоколе. Не звони в этот колокол. Так, добровольный муж не Так. Добродетельный муж не чурается тягот. Но искать их должен лишь наиболее крепких духом. Если что, и вбить в колокол не собираюсь, по причине... Это пиздец. Знаете почему? Если я сейчас сюда позвоню, игра усложнится. Да-да-да, игра может еще усложниться. Плюсы колокола. А мне будут даны больше дропа. Минусы. Боссы станут сильнее, живучие. Вот и все. Так, окей, побежали. А, в смысле, ты чё? Окей. Как мне его убивать? Ай, стоять, а чё я туплю? Я могу сейчас что сделать? Отдохнуть. Think about. Think about. Отдыхаем. Отдохнуть. Восстанавливаем силы. Даем. Минус. Какой-то пипец монстр какой-то дикий. Так, ладно, все равно по 12 дают. Плевать, если мру. А самое винное это конфетти тратить. Я не хочу напрасно тратить конфетти. Тихо. Мне кажется, здесь иного способа нету, чтобы к нему подойти в спину. Ладно, пытаемся.
Что? Ох, тихо, я понял. Лучше эффект не получать. Аж как? Это ж ё-моё. Страх. Это да вот плохо. Ого. Окей. Давайте вспоминать, где у нас был другой челик-призрак. Этот я понял жесткий. Все, конфетти убираем. Ням-ням-ням. Подождите, а у меня есть то, что убирает страх? Если да, тогда можно попытаться еще раз. Мощность так создает обитатель долины, снижает ограничение яд. Подожди. Противоядие создано обитателем. Ядовитое порошение значит используется на пиклас, где она при понимании внутри накладывается слабый яд, ревелит статус яд. Применение небольшой еды за яда будет защитить от всех других видов отравы. Некоторые системы... Ага. Огонь. Нету, ё-моё. Так это, слышите, довольно опасная херовина. Что ж тогда делать? Что же тогда делать? Переместиться. Так, храм. Замок Осина. Старая могила. Или резервуар. Резервуар Осина. Отправляемся. У нас же с вами ключ есть. Ключик. Используем сейчас ключ. А вот смогу ли я убить ту херовину? Это уже второй вопрос. Ну, я имею в виду Копьеноса. Если все заболеют, то драконе поверим. У нас с вами есть капли. Главное, чтобы никто из них не сдох. Вот единственное, что меня волнует. А остальное... все равно. Остальное как бы все равно. А остальное нам посрать. Так, стоять. Используется ключ. Так, тяжелый кошелек. Так, сломанный рок Гёпу. Так, прославленный рок копье, который никогда воевал Гёбу Масато Онива. Его острие можно встретить в протеза, встроить. Дернув рог на себя, можно подтянуть врага к себе и даже сорвать броню. Рог был сломан во время восстания, но Исин посчитал его новую форму идеальной и наградил Ониву так крестообразным копьем Тюдзена Тамуры. К себе и даже сорвать броню. Ага. Даже сорвать броню. Вот эта вот надпись, даже сорвать броню. Так, давайте, наверное, возьму петарды, попробую. Попробуем. Жалко, что... Найс. Я хотел, понял. Бля, спринтом, короче, я хотел. Ну ладно, я сдох. Почти сдох. Хилиться, ну, лучше да, отхилиться. На одну флягу тратить.
Так, не хочу фляжку, ладно. О, спускается. Так, ну смотрите, у нас есть петарды. Я не знаю, как они будут работать на врагах. Если что, у нас есть сюрикен. Почему ты не выделяешься? Выделяется. Ой. Ты черт! Не, вот это жестко. Так, ладно, давай я, короче, отхилюсь. Тактика, ну блин, смотрите, в принципе. Ну это сложно. Ну понять можно. Сложно, но понять можно. А как же так сделать? Можно типа петарды юзать. И потом его бить. Можно вообще не заморачиваться насчет этих и просто бежать дальше. Блин, ну я должен его убить. То есть сколько у меня сейчас этих? Сколько у меня веревочек? А, хер знает, окей. Что ты сюда, блин, нахуй ты сюда пришел? Уходи давай. Так, давайте думать тактику. Я должен его убить, копьенос этого чертова. Пидорас, вот пидорас. Ладно. Пока он меня потеряет, я лучше зайду в замок. Но первую я точно могу стадию легко сломать его. Ой, эта тварь меня еще заметила, ё-моё.
Ах, черт! Поехали. Так, его нужно, короче, сюда загнать наверх. И тут спрыгнуть. О! Тихо. Опа. 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 Ой-ой-ой, я что-то рано пошел. Тихо, воскрешайся, воскрешайся. А, прямо в спину. Найс, найс, найс. Ну, смотрите, что теперь у нас происходит. А теперь у нас происходит то, что я сдыхаю. Даже не из-за того, что у меня не хватает сила, а то, что я его не использую. А он слишком жесткий. Именно по дамагу. Мне кажется, то даже если прокачать персонажу все бусинки, то чтобы линия была полностью в ХП, там все равно враги выносят урон в процентах. Мне кажется, там везде враг выносит в процентах урон. Как бы там посрать, как ты пытаешься. Враг выносит в процентах. Так, заносим его сюда. Все. Смотрите, здесь уже урон наносится. Ух. Ох. Ох.
А, тихо, тихо, тихо. О. Бля. И почему я именно под вот этот удар прибегаю к нему? Тихо. Давай. Давай. Как это прекрасно. Это так прекрасно. Давай, давай, давай. С собой сразимся на последник. Будешь драться? Ты же умеешь драться, приятель? Ты же умеешь драться или нет? Ой, умеет. Ха-ха, он умеет драться. Ой, а сейчас еще сдохну. Не, давай, наверное, слушай. Передумал. Нафиг мне ты нужен. Сейчас только сдыхать и все, вот это нахер оно все надо. И сейчас лучше апнусь. Так, изяп. Ну, в принципе, ребят, теперь можно заканчивать. Мы с вами сделали все ништячок, что я хотел. Просто изи-пизи. Отдыхаем. Мне еще да нужна одна. Еще одна бусинка. Так, изучить навыки. Прервать. Я не знаю, она как-то херово работает. Но мне, блин, здесь пятый нужен. Улучшение эликсиром. Улучшение хилочки. Улучшение хилочки. Хотя скрытность, ну, блин, такое, знаете. Дает пассивный навык скрытные звуки. Скрыть присутствие. Он снижает шум при передвижении, из-за чего врагам труднее услышать вас. Ну, это то же самое, разве нет? Блин, давайте, короче, хилку прокачивать, а потом уже... Хотя... Еще лучше буду маскироваться, поэтому пускай так лучше. 81 у нас это херовина. Фух, следующее. Давайте я лучше сразу перемещусь туда. Так, поместье мы все сделали. Замок Осинов. И куда-то из этого пойдем, потому что... Я не знаю, давайте, наверное, старая могила. И на старой могиле мы куда-то пойдем. У нас два пути. Первое через мост. Второе вниз, там куда-то, я не знаю.
Придумаем. Придумаем, придумаем. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Так, давайте... Я все-таки посмотрю, куда мы пойдем. Точно, чтобы было. Что у нас снизу? Снизу у нас с вами все-таки тоже какая-то локация. Там замок, там... Ой, бля, там еще... А, это где мы были с вами? Подождите, да, мы там были. Там кто-то ходит с копьем, один из боссов, я не знаю. Ладно, давайте тогда заканчивать. Поэтому всем пока.